7-летний Сережа собирается в горы. Настрой перед походом у парня боевой. Да и рюкзак со всем необходимым собран. Нам пригодится мяч, чтобы поиграть. Нам пригодится топор, чтобы дрова достать. Нам пригодится миска с ложкой, чтобы есть. Бинокль, чтобы смотреть. Мастер-класс по росписи керамики провели специалисты Курчатовского центра «Добрыня». Опыт педагогов внушает уверенность. Работа с природными материалами положительно влияет на развитие детей. Прежде всего, это социализация. Наши ребята уже достигли такого уровня, что они сами могут показывать свое умение и научить. А это, наверное, самый большой результат. Проект «Мир не только из окна» направлен на социализацию особенных детей. Благодаря поддержке фонда президентских грантов 48 юных курян в течение года бесплатно занимались психологами, логопедами, дефектологами, поправляли здоровье на лечебной физкультуре. Психологическую помощь получили и родители. Эту работу мы будем продолжать, потому что, к сожалению, в последние годы очень много семей с особенными детьми обращаются в Центр творческого развития «Диалог». Мы ее и до этого раньше без грантов делали, но не так широко. Вот этот фестиваль у нас первый раз. И он однозначно удался. Играя друг с другом, дети и не знали, что социализируются, становятся частью общего мира. Но это так. Юлия Матвеева, Сергей Дорохов, телеканал «7».